Куда добраться? Вам. За будкой, за этой, что для самолетов, которая, ну, направляет самолеты. Первый поворот направо. Дальше, дальше куда? Прямо по ней едьте, вы нас увидите. Мы прямо в лесу, как заезжаешь в лес, мы в лесу наводим порядок. Всем спасибо, кто приехал поддержать нашу акцию «Чистый лес», грубо говоря. Скажи, легко ли тебе ходить по сухой глади дорог? Скажи, зачем ты? Там еще есть кто? Нет. Создавая грязный поток, а с ним рядом бегут заражения. Тлен, стыд и срам, пойми, ты вовсе не крут, бросая на землю оставшийся хлам. Сейчас мы будем брать интервью. Боря, скажи, как? Очень замечательно покатались, в песке никто не упал практически. Рекомендуешь? Рекомендую. Ну и Боря, как сказал бы мой отец, что моя бабушка приготовила ему вкусное мясо, это оно. Андрей, подержи велосипед без поехали, поехали. Так, ребята, кто помладше, наверное, остаемся. Очень большое расстояние. Не сможете. Потом надо будет вызывать машину вас забрать. Лето, ровер, летишь, чептушки, короткие сукенки, дые, кропочки, веснушки, выля мором, и дома танчим, зранку до ранку ложить, соник и скуру, хутка, червонею ствар. Лето, леточка, лето, пах, поветрится лодки, ты целуешь так смело, покуль дождик лепит щетный. Лето, леточка, лето, и казачьим ссором, ночкой темной розом мы с тобой подлечим замки. Голова чуть потише, хвост переходит в руках лебедя. Дощу дек сустракала, большая нож, тебе песни спевала. Покуль дождь падал и солнце грало, в кропельках лето, леточка, лето, лето, леточка, лето. Боря,
собираем велопробеги, как бы все время спрашивают, для чего они, зачем они. Ну, смысл, я так понимаю, нам-то понятен, нам покататься. Ну, смысл там, смысл какой, нам-то покататься реально, как бы, посмотреть, где какие новые места, ну, это интересно. А вообще, как бы, вот, хочу сказать, что по городу, когда катаемся, реально нету инфраструктуры. То есть нету бордюров нормальных, съездов. Невозможно заехать на тротуары. А тротуары некоторые вообще в очень плачевном состоянии. То есть там не то, что ехать на велосипеде, там пешком идти. А их и нету в многих местах. И здесь нужно поднимать просто вопрос, как бы езды вот, начали штрафовать на дорогах. Общего пользования. Ну, просто хочется сказать о том, да, мы за здоровый образ жизни. Ну, нам важно здоровье. А получается, что нас наказывают за здоровье, за то, что мы не едем по бордюрам. Да, грубо или... говоря, не дают кататься. Конечно, только не упади, потому что фотограф пока аппаратуру настроит, можно упасть. Компактней, компактней. Поднимайте, поднимайте, идет видеосъемка, все, и кричи еще раз. Огонь, сняли. From the Far East of Russia.
велосипедный дэнс, хип-хоп, рок. Ты чего не на велосипеде, как ты мог? Продавай свой Lexus или Audi, покупай насос, король и абсос. Это почти как путевка на Кипр. Накачаешь пару ног, пару икр. Я, ты, он и вон тот дед. За велосипед даже вон тот дед. Я поднимаюсь до небес. Ты опускаешься ниже плинтуса. Я сбрасываю лишний вес. Ты заполняешь жиром пресс. Яркое солнце ослепило, ай. Теплое лицо, мое рай. Но даже в раю, знай, катается на велике Боб Марли в истерике. Вечер. Вроде есть чем занять себя. Еще пару лет, больших дел нет. Ну а что было вообще? Ок. Вокруг мавзолея сделаю кружок. Покататься у меня всегда стоит. Избивать меня с этого пути не стоит. Кто-то подумал, что я хамло. Да не, я просто экономлю бабло. Расход топлива на моем BMW уменьшает каждый день мое лаве. Лаве кап-кап, и я пустой. Но на помощь придет велосипед простой. Он словно супергерой. Красный, быстрый, импортной. Велосипед — это вложение в себя. Здоровье не купишь, ну как по. Чудесные слова! Ребята, вы верите в чудеса? Да!